Pelkää huomista, mutta sitä pelkään, ettei sitä tulekaan. Недавно я услышал по радио песню, где мужчина пел: «Я не боюсь завтра, но боюсь, что завтра не наступит для меня». Но при этом автор песни все-таки ждал, что завтра будет, завтра еще жизнь продолжится, и что-то у него еще будет впереди. Luvussa 29, jakeessa 11, Jumalan lupa antaa meille tulevaisuudessa toivoa. В книге Иеремии, глава 29, стих 11, Господь обещает нам дать будущее, и я надеюсь на это. Jokainen, joka ottaa vastaan mielestä sovitustyön, saa syntisen anteeksi ja astuu elämään, jossa on tulevaisuus ja toivoa. Каждый, кто принимает искупительную силу веры Господа, получает прощение своих грехов и входит в число тех, чья жизнь будет. Это надежда на то, что жизнь не заканчивается сейчас. Живет в душе верующих у человека, живет очень сильно. Именно благодаря этой вере, что есть жизнь вечная, мы ощущаем психологическую безопасность и за пределами нашей земной жизни, а также обещание, что наша жизнь и наши действия не бесполезны здесь. В книге Экклезиаста, глава 3, стих 14, Соломон утверждает: «Все, что делает Господь, останется на века». И посреди всего этого непостоянства нашей жизни, это нас немного успокаивает. И посреди всего этого хаоса и непостоянства это вселяет в нас надежды, что наша жизнь не бесполезна. Мы не просто так коптим небо на этой земле. Жизнь приобретает смысл, мы понимаем и достраиваем свою мировоззренческую картину. Для чего мы здесь? Что мы добиваемся? Что останется после нас? Апостол Павел пишет в Новом Тестаменте, в Тессалоникийцам, в письме к Ефесянам апостол Павел пишет: «Мы есть, мы живем». В главе 2 песни 10. Да, можете проверить, взять Библию и проверить меня потом. И также Павел пишет, что мы, живущие с Иисусом, сподвигаемся на добрые дела, которые Господь заранее предназначил для нас, потому что Он верит, что мы пойдем согласно Его заповедям. Живя так, согласно заповедям Господним и Библии, мы причастны к чему-то большому –